У меня микрофон. У меня микрофон поднялся, потому что я вебку подключал, и, видимо, микрофон на вебковский подключился. Нахуй тебе вебку подрубал. Видосик записал. Куда скинуть? Сюда или в телегу? В телегу кидай. В телегу? Угу. А где ты в телеге, блядь? А, сразу вначале. Чу-чу-пу-чу. Жестко. Я бы кошке еще по носу в конце дал. Не зажму. Чисто как завершение. А что это за музыка для знакомых? Что за музыка? Не узнал музыку? Нет. Но знакомая? Да, очень знакомая. Это интро из этого, с «Хорошо, доктор». А. Завтра надо. О, ты тоже кинул эту игру в пожелаемое? А. Что ты кинул? Какое? Бетон Брутал. Блять, я не помню, что это. Паркурщик по камушкам, блять. Ты ее 30 июня закинул. А, да. А я видел, что-то вот эти вот срачи по поводу он ляпший, удалили там, что типа спиздили, не спиздили, что-то какие-то эти. Там писали, что-то типа типичная игра по типу этой, и скинули ссылку на эту игру, я посмотрел, мне понравилось. Хотел поиграть. Я вчера стримчик посмотрел и понял, что хочу купить, и в итоге сейчас купил. Что? Брутал. А. По камушкам прыгать. Обзоры крайне положительные. Я тоже возьму. Интересно только, сколько она занимает, если она прям коротенькая. Она 333 мегабайта. Сколько 37. Она занимает времени? На часа 3, по-моему, прохождение было. First playthrough just took me just over 7.5 hours. Чили какой-то пишет. Я так понял, что это. Там еще моды можно ставить на карту, типа там разные карты, которые это игровые. Моды. Я просто хочу купить, попрыгать. Ебать, она громкая, бля, ебаный рот. А что, вы что играли? Сейчас, попрыгай чуть-чуть, а потом в рейзин. И в ДБД сначала. Вот ты заебал. Давай тоже упрыгаю. А, установить еще надо игру. Ясно, блядь. Это уже играет, мне тут установить надо. А что, напрыгать удобно? Тут на Ctrl только спринт. В Майнкрафте, блядь, по дефолту такое ебичное говно. Всегда меняю. Так, и куда? Так, игра готова к запуску. А, вот лестница. Блин, на четвертом сезоне, и понимаешь, типа у меня это охуенная тема. Пизда.
Я когда ложусь. О, не ложусь, когда все уходит, и типа. Что-то не досмотрел, то, что можно будет начать смотреть. Включаю. Что-то. Я где-то остановился. По-моему, пятая серия где-то так. А. Я, по-моему, на 13 или что-то такое. Ну, мне пару серий осталось еще до конца четвертого. Я понимаю, что следующий сезон будет типа без озвучки нормальный. Угу. Да блядь, это после следующего тоже. И мне тут и грустненько становится. Украинская только шестой почему-то. Так, play. Блин, я опять падаю, вот с этого камушка назад просто хожу. Нет, я к этому не привыкну никогда в жизни. Controls, Sprint, Shift. Чё? Я же нажал. А, Sprint, Shift, Sneak, Control. Всё. Водичка, водичка, вода. А куда тут она? А графикс можно прям ёбнутый поставить графикс? Чтобы графикс прям въебало мне. Красиво и все светилось. Чтоб RTX хуярил. Все. Так, а что по сенсе? Пизда! Там самое начало ёбнулся. А, вот на водичку. Бум. Блядь, какой кто-то его шатает. А! Блядь, на F. Я чуть не испугался. На F нажал. Бля, какое-то движение неудобное. Я не могу привыкнуть, блядь. Будь здоров. А, я понял, почему не могу привыкнуть, потому что когда нажимаешь Shift, блядь, фоб увеличивается на миллиард. Из-за этого теряется, блядь, этот. Base fog. А сейчас base поставлю. На 100. О! Все, найс. Блять, сука, сейчас бы не заспринтился, бы упал вниз, блядь. Из таких игр, которые попрыгают, блядь, мне больше не онвайт нравился, блядь. Там мне пиздец херена была прыгать. И чё, и куда дальше отсюда? Сюда не залажу. Или тут только кейсе нужно прыгнуть и присесть. Нихуя. Нет, такого нет. А куда, блядь, дальше идти? Как туда попал? Сюда? А, может, не сюда? По трубам там надо было пропрыгнуть. А, лестница, блядь. Блядь, фов поменял на 100 и все, все идеально стало. Че за спидранье? Блять, ну все равно как камера уебищная максимально. И куда? Куда? Вот что это, блять, ебашь так, жу, блять. Пиздец. Легче без шифта. Камера реальная хуйня. Так вроде прикольно. Когда shift нажимаешь, это не бесит? Привычка. Что она так? А потом отпускаешь shift, так. И ты не понимаешь, типа, где ты находишься. Ты еще бежишь или эта камера удаляется? Вот в чем проблема. Самое большое. Куда? Все, я в начале. Куда мне прыгать? Куда мне прыгать? Куда мне прыгать? Туда что ли, типа? Я тут не долечу, блядь. А, блядь, на заборчик нахуй надо было заб... Ёбана в рот, блядь. И чё, меня сюда куда? А, блядь, тут же лестница была. А куда, блядь? Сука, ебать, я наверх посмотрел. Посмотрел наверх? Да, я знаю, что наверху. А тут можно в лобби, кстати? Комьюнити. Ранкинг, реплейс, кастом мэпс. Нельзя. Ну что, я на F нажал, отдалил. У меня там типа ник мой показывается. На F когда нажимаешь, можно типа погулять. А потом возвращаешься обратно на F.
Ну, осмотреться, вот. Стоп, я только что тут был, блядь. Чё, блядь? Да, я запрыгать должен, блядь. А, вон туда, типа, всё, понял. Тут распышка нет, единственное, что минус. Пам-пам-пам-пам-пам. Та-та-ра-ра-ра-ра-ра-та-та-та-та-та. Музыки не хватает, блядь. Это похуй не нужна музыка, блядь. Тут есть музыка. У меня пока музыка не играла. Ну, серьезно. Может, ты, может, выключил ее под полду, потому что это чё-то аниме, блядь, ебаная. Ну, хватит удалять мне камеру и приближать, пожалуйста. Блядь, я не могу, я опять упал сначала. Я по этим трубам ебаным железом. О, вот там где ты сейчас. Это я немножко дальше. Вот тут меня. Да. Да. Я не могу, когда меня ебет камеру, блядь. Я не могу. Нет, мне, блядь, не получается. Сложно. Так, а теперь куда? На заборчик? На заборчик туда? Я заборчик куда приеду, блядь. Или типа что? Или сюда? Почему я каждый раз заложу сюда и бегу туда? И куда? Не туда же, по сути. Или туда? Туда, 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 блядь. Понял. Сейчас тебя догоню, блядь. Ебать! Чуть я не снимал. Подожди, подожди, блядь. Ладно, я могу не догонять просто. Мне кажется, скорее ты меня догонишь. Через какое-то время мне нужно просто подождать чуть. Оп-оп-оп-оп, я добрался до серии, воу-воу, ебать там внизу. Сколько у тебя сотка, блядь, мне 25. Что-то на железную трубу опять залез. Ну, блядь. Опять вниз. Ну, заебало это водичка уже, блядь. Сейчас вернёт назад деньги, блядь. Да, можно это? Можно закинуть скрин, типа... Я вот наиграл 4 часа в игру, но я типа в самом начале игры нахожусь. Можешь мне вернуть, пожалуйста? Я типа... Бля, ебаная растительность, блядь. Я боюсь то, что за растительностью может быть пропасть, блядь. Растительность. Тихо, это что? А, это нормально сюда? Стоп, я по кругу пробежался просто по чисту, блядь. Бля, я просто круг сделал, ебан. Ничего, я сам начали, я тоже постоянно круг делаю. Прежде чем вспоминаю, что там лестница ебаная. Блядь, не качайся ты, блядь, нахуя ты качаешься, придурок? Я не понимаю, блядь. Я каждый раз делаю одно и то же. Я делаю типа чуть-чуть шажок влево. Угу. Маленький. А он делает не шажочек, не шажок, а шаг, блядь. И я уже вот опять на водичке из-за этого. Как ты так прошел, блядь? Как ты прошел далеко? Как я тебе трубы прошел, ебаные? На спринте? Да я не хочу писать. Ты бонихоп в КС-ке, блядь, как проходил? За секунду, блядь. Тут у тебя не бонихоп в КС-ке, тут, блядь. Он соскальзывает со всего, блядь. Нормально, 128 метров. 6. Я уже могу закрытыми глазами пройти вот это место до труб, блядь. Нет! Блядь, я сейчас вниз бы упал. Блядь, ебать. Я на пикселе застрял. Было круто. Тут, бля, музычка. Ебать. Ух.
О, блядь, я перепрыгнул. Так, главное не делать лишние шажки, все, блядь, без. Вот отсюда сразу туда прыгаем. Блядь. Я понял, шажки нужно на контроле просто делать. И что, сюда? А что за белая хуйня? Да пизда, блядь, я не могу запрыгнуть на этот блок, блядь. Я на 120 застрял, блядь. Тихо, тихо, у меня уже 30, блядь, первый раз. Догоняю. Я не изучаю, что там чел писал, что я был 40 метров, делал до ошибки, или 250. Я не хочу, чтобы со мной так же произошло. Все, я трубы уже, блядь, спидраню. Да ебаный ты в рот, блядь, я прямо на этом блоке падаю, блядь. Есть. Тюк. Что за, блядь? Потолок трясется. Я. А куда дальше? В растительность? Вон туда, я допрыгнул. А, лестница, блядь. Я хорошо, что прыгаю. Да, блядь! Ёба на брат, я без шифта прыгаю, блядь. Надо там шифтом прыгнуть. Не-не-не-не-не, никаких шифтов. Я шифт не нажимаю вообще. Нет, не. В смысле, тут половина проходится шифтом, блядь. Никакого шифта. Ты про контрол? Ну, типа, да. Спринт? Да, 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 ускорение. А, не-не, никакого спринта. Блять, мне туда или не туда? Я не понимаю. Оп, оп, оп. Все, я прошел. Дальше. Куда? Ты прыгал. Ебаным трубом снять, блять? Да. Так я ненавижу ебаные трубы. Подожди, трубы, что ли, серьезно? Бля, ебаные трубы, ну. Мне нравится вот это, что под стенками же ходить надо. Бля. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я что-то не перепрыгнул, нахуй. Я что-то не перепрыгнул, блядь. У тебя сколько уже? У меня уже 46. У меня 132. Блядь. А почему 45 стало? 47 было нормально. 132, ты пошел ты нахуй. Ты не распаду, идем в ДБД. Угу. Хорошо. А я туда не пришел раз? Блять, я думал, вся пизда моей карьере, блять. Блять, как же еще по лестнице оно поднимается, как собака, блять. Главное, что я понял, что по лестнице можно сбоку. Прыжок. Я куда мне? Сюда? На лестницу вот на эту, блять? Ёба на рот. Я вообще игра простая на самом деле. Это слишком, блять. Ни челленджа, ни хуя. Только там ебано. А где заместитель? Туда? Блять. Туда или сюда? Охуй. Побежали. Блять. Куда это я? Это я назад, да? Не, 59, подожди. Нет, это не 60-61. Блять, там что-то упало, я думал, что это ты упала. А я потом вспомнил, что мне надо. Опять растительность, блядь. Аккуратненько дохожу. Я не понимаю, куда идти. Вот в чем прикол. А, вот сюда. 61. Это высоту показывает? Блядь, это высота показывается, походу. Я думал, это от метров, типа, к цели. И чё? Так. И куда, блядь? Немножечко упал с трубы, но... Ну, нормально. Acceptable падение было. Уи, блядь, ебаная трава, я боюсь травы, блядь. Как будто там дыра будет за травой. Нет такого? Нет. Блядь, а как мне пройти нахуй? Только не говори, что мне не сюда. А, по-моему, сюда. По-моему, блядь, я... С самого начала ебать, блядь. Все это ебаный эквидук, блядь, проходить. Как попа потеет, блядь, когда такие прыжки делаешь. Через пропасть, блядь. Тебе надо в неонвайт поиграть. Блядь, а, ух, скаутинг нажал. А, точно, скаутинг можно нажать же. Типа вот сюда? Вон туда или куда? Не нужно мне в неонвайт играть.
А куда? Сюда? Я же отсюда, не? Нет, не отсюда. Ебаные трубы, блядь. Фу, чё и куда? Куда мне ебашить? Туда? Ёбана в рот, блядь. Серьезно, туда, блядь? Мамочки, блядь. Блять, трубы ебаные, почему они выглядят так, как будто это огромная игла, блять. Ай-яй-яй. Извините, трубочки, блять. По заборчику трубочки, сюда. Трубочки, я так сказал, что по заборчику. Тихо. Лесечка. Оп. 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 Мне вообще стрим идет, или я как еблан, блять, просто это. Знаешь, как вчера ты там что-то показываешь. Я такой отвечаю, на столе, блядь, заглушка стоит. Блядь, а куда нахуй? Сюда? Ёбана в рот. Ю-ху, ебать там внизу, блядь. Вниз? Туда? Блядь, ну давай туда. Можешь аккуратненько? Можно. О, боже. Ёбана в рот, блядь. На 160, блядь. А я все, я потерялся. А, там лестница есть. Блядь, лестница нахуй. Кажется, я потерялся. На 90. Как будто бы туда, но как будто, блядь, нихуя не туда. Я-то вроде как не было. Типа, вот там вот это еще не было. Да, вот я не прыгал по этим штучкам. Значит, сюда больше некуда идти, правильно? Блядь! Блядь, на нет. Ну-ка, на краешек стал посмотреть, не туда ли мне? Не становись на краешек посмотреть. Если там что-то внизу. Блять, если бы я сейчас упал прям в самый низ, я бы был бы недоволен. Бля, ебать, я уже все, готов был влететь, Alt+4 нажимать. Короче, видимо, не сюда. У меня пропало, конечно, такое, что 6 метров, блять. Мне не понравилось. Больше и нет. Чей, и куда? А, лестница, блядь. Ебать тут на тоненького, блядь, надо проходить. А куда, блядь? А, ха-ха-ха-ха, ой-ой-ой. Ой-тё-тё-тё-тё. А что ты значит головой бьешься, блядь, или что? Так, аккуратненько вот так вот подойти. Ага. Вот эту ебаную трубу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блядь, я, у меня в детстве, короче... Мне пиздец сложно было играть в всякие платформеры, всяких крэшев бандикутов, блять, потому что я постоянно паниковал, блять. И типа запрыгивал на платформу. Начинаю, вперед, назад, вперед, назад, типа. Вот так вот, блядь. У тебя такого нет? Я заебался. Запрыгнул и такой, блять. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Выровнялся. Так, сотка есть. У меня была тема. Ты обосрался? Вот. Ты мне рассказывал. Кстати. А, нет, это другое. Нет, другое. Мне он Вайте надо было получить подарок типухе. И он находился на сраке. Помнишь, я с ракетами ебался, блядь? Как ты стримил, блядь? Да? Немного гусиная, да, было, но. Или больше на чаечку похоже. На чаечку, блядь. Бля, как я как ебаный был. И с лестницы я типа подхожу. Заебали эти, блядь. Падалки. Подожди, а если сюда? А что если? Не, выглядит. О, прошел. Найс. Выглядит как скам. Подошел вот так вот к лестнике. На 90 градусов повернулся налево. Нажал вперед. По лестнике поднялся. Бля, вот эти дрявые синие стены, блядь. Та-та-та-та-та-та-та, музыка пошла. Веселенькая. Охуенно. Да ёбана в рот, опять призанулся. Прыгай. Прыгай! Прыгай! Найс.
Так, тут лестница, тут ничего. А тут сохранение, да, в игре? Нет, конечно, сохранение, блядь, все сорвано. Сохранение, блядь. Блядь, может траву ебаную? Тут нет сохранения, есть трава ебаная. Да, блядь, я заебался падать, нахуй. Я заебался падать, блядь. И чё, я назад вернулся. А нахуй я туда пошел тогда? Аккуратно, 90 налево. Не, может сюда? Так тут ничего нет. Ты ж по синим этим дырявым прыгал. Деревянным доском, да, блядь, синим. Да, да. Блядь, а я после них потерялся, что не знаю, куда идти. Ну явно сюда, да. Больше некуда. Явно сюда, потому что больше некуда. Явно вот сюда. Блядь, я опять пизданулся. Ёбаный в рот, блядь. А шо, а шо мне? Все, пизда нахуй. Блядь. А почему у тебя минус 2? Все, нахуй. Уи, блядь, улетел. Блядь, ненавижу ебаные такие игры, блядь. Я тоже. Мне показывают прыгать вниз, блядь. Нахуй я это купил, блядь. Ну что, крутая игра. Это выглядит, как будто мне наоборот сюда. Ладно, раз уж ты сдался. Давай, давай, допрыгивай, допрыгивай, пока не упадешь. Я не знаю куда, я вот тут потерялся, блядь. Сейчас. Помнишь это место? Правильно, правильно, правильно бежишь. Тут еще, блядь, знак вот этот ебаный. Туда, правильно? Подожди, ну вернись налево по войну. Туда, туда. Я типа по этим штучкам пропрыгал сюда. Или мне туда, наоборот? А, ну-ка, направо посмотри. Направо чуть-чуть. А, это надо выше, блядь. Я выше был, намного выше. Ладно, сейчас еще раз, блядь, пробегусь. Можешь реально упасть сюда? Не-не-не-не, нельзя. Это наёбка, блядь, наёбка. Ну я просто назад, блядь, сейчас вернусь в итоге. Развернись. А, нельзя. Стой, теперь назад, блядь. И на этих теперь обратно так вот, только по верхним прыгать. А у тебя сколько было метров? 190. Что за пролаг был? Я себе еще сюда упал? Из-за пролага? А как? Туда, вниз. Путячки, блядь. Right shift как можно меньше нажимать. Лесенка будет какая-то стопуда. Тебе надо пропрыгать по бетонным блокам. Понял, откуда начать? Оттуда. Что ты делаешь, блядь? Ну нет, там ничего. Это мне... Почему надо думать вместо человека, у которого минус 2 метра? А было 190, блядь. Давай, проходи, блядь. Думаешь, я не дойду до 190? С такими темпами. Выглядит, как будто мне туда. Угу. Блять. Я вот об этом говорил. Назад. Я не могу вот этого прыгнуть. Я себе типа заставляю, типа, прыгнул, вот приземлился и отпускаешь нахуй клавиатуру. Вот, отпустил нахуй. Прыгнул, отпустил нахуй. Без вот этого вот шатания туда-сюда. Ну что вот это шатание туда-сюда, это всегда, блядь, прием. Поэтому просто отпускаю нахуй клавиатуру. Блядь, только не трубы ебаные, блядь. Сто пудов не допрыгну сюда, мне нужно сюда. По трубам. Проверь, головой бьешься, не? Да. Сука, шифт ебаный, блядь. И сюда?
Да? Вниз. Пошел ты нахуй. Мне вниз надо, блин. Еще вниз? Нет, вот на трубы, блядь. На трубы и туда, вон, на, блядь, на белую штуку. На те трубы? Да. Ну это вниз. Ну, а тебе как назад-то подняться, блядь? А нахуя я поднимался наверх? Налево, и налево, и налево, и налево, и сюда. Туда? Угу. Блядь, давай вот сюда вот. Блядь. Чего они метры не растут, как было стал с чем-то, такие, блядь, до сих пор с чем-то. Сколько тут всего? 1000? На трубу, на трубу, на трубу, на это, на ту. На нижнюю, на нижнюю. Назад и вот на ту. Потихоньку привыкаю, блядь, к скорости. Я так говно ненавижу. Блядь, нет, нет. На трубы и туда. Правильно, да. И что, мне просто идти на них или мне прыгать, да, или мне да, прыгать? Да. Идти, 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 идти. И, блядь. Иди на. Да, блядь, не буду просто идти на них. Ну, блядь. Занимаюсь, не знаю. Блять, можно без травы, умоляю? А падать далеко. А? А падать далеко. Да иди ты, блядь. Бля, еще догнал тебя. Да, давай. Назад. И на этот фидук. Нет, блядь, залезь на эту хуйню. Залезь и на тот. Ты тоже язык высунул, блядь, и пытаешься нормально пропрыгнуть? Ага. Что там писает? Леон, блядь, на 190 метров, блядь. А куда дальше? Туда, вот на трубу. Да? Да. Опять вниз? Ну да. А может мне... Наебать решил? Ой, блядь. Ебать, это далеко, блядь. Это не минус 2, извините.
Я не вперед пришел случайно. Нет. Я намного дальше добыл. Тут не писит, блядь. Тут не писит, блядь. Нет, блядь, не писем. Я помню это место. Блядь. А то вниз. Что-то же ДМД запустил, блядь. Ну, нехуя, все, я прохожу эту игру. До конца. Есть сосиски, блядь. Есть сосиски. Ну, у меня сосиски, у тебя пиписки, блядь. Если учесть, что это все в жопе находится, то лучше пиписки, чем сосиски. Сосиска-то бац, выскользнула, иди все. А пиписки? Едь, короче, блять. А пиписку можно за человека выдать. Бля, стопудово в этой игре есть спидран там за 2 минуты. Ну, за 2 минуты, наверное, какой-то другой. Мне кажется, за 2. Тут типа пробел зажимаешь, он прыгает сюда. Кажется, челики просто не отжимают пробел. Блять, сосиска ебаная, блять. Все, короче, я потом продолжу. А ты ебать, ты упал! Ты откуда упал-то, блядь? Это лестница вот эта ебаная, на которую сбоку надо было залазить, блядь. А, ты прям перед... А, ебать. Не, ну меньше сотки не набрал. Ну, читай, как тут набирается, блядь, высота. Набирается, набирается, потом хуяк и не набирается. Не набирается, да. Блять, ебать, это давно было, на это место. Как где тебя разъебали? Зачем? Просто ужас, блядь. Я так охуенно сегодня ветки разъебашил, блядь. Пока не стримил, жалко. Даже еще не стримил эту игру. Я фонариком лобком, блядь. Он меня так ненавидел, блядь. Прыг, 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 блядь. Ну ща. Я уже вернулся. Знаешь игру Jump King? Нет. Она вроде одна из самых популярных таких этих. Самая популярная это, блядь. Это? Only Up. Нет, Jump King. Only Up только вышла. Пару недель назад, вроде. А Jump King она давно. Ну там не совсем бегать, конечно. Там не 3D, там ты заряжаешь прыжок и прыгаешь. Заряжаешь, прыгаешь, заряжаешь, прыгаешь. Ой. Ой. Опять эти лестницы. Блять, есть. Я ебал ее в рот. Пожалуйста, стой, не двигайся. Нет, 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 какие-то. О, Никитка зашел. Ёпта. Ладно. А во что пойдем играть-то? ДБД. Only up.
Сейчас, погоди, я до строения в Плаус дойду и... Вань, ты что играешь? Brutal Metal. В игру. Brutal Metal, а что это такое? Паркурчик. Или я тут был уже? Тут был. Это та игра, которая сейчас это... А, нет, то Only Up называется. Да, то Only Up. Ее удалили из системы, поэтому... А сейчас вернули. Вернули? О, да. Так надо в нее, блядь, это поиграть. Ну, охуенно. У меня бы нервы сгорели. Там, блядь, хуже намного, чем здесь. Так и разница, она популярная, в нее все играют. Надо быть на волне. Ваня, твоя волна... Надо быть на волне! Я, блядь... Меня качает, блядь, я на волне. Да? Чикс? Люблю, когда в стенку упираешься, можно, блядь, чисто щечкой в стенку вот так уебаться и идти, блядь. Щечку стираешь, конечно, хуям, но зато... Зато чувствуешь себя в безопасности. Блядь, все, я вернулся к писькам. Да. Я забыл, куда идти. Таким этим нахуй писькам. Через лестницу и на эту штуку прыгать. На вот это налево, блядь! Куда сюда? Да, нам туда запрыгнуть. Наверх? Так я пытался наверх запрыгнуть. Ты запрыгнул туда наверх, блядь. Я не допрыгнул туда наверх. Ты выпрыгнул туда наверх и на письку в ту пошел, блядь. Не, мне что-то... Ты говорил, мне туда надо. Там лестницки, видишь, как лестнички какие-то, блядь, непонятно. А, ну... Подожди, а это что там был только что? А, ну давай туда тогда. Нет, это что-то другое. А. Блять, в самый низ похуй, просто самый низ упасть. Да, и тут не было. Дыхай. Дай победа. Без воебона, без вот этих попыток. А что, если я сразу на ту хуйню смогу спрыгнуть? Не-не-не-не. Оле, оле. О, вот эти, блядь, заборчики, ебать, я их помню. Там еще... сотни ваня пизданется. А что ты ебало грустненько искривил, Леон, а? Я на 190 был. Думаешь, я тебя не догоню? Да, попробуй. Блять, вот это я ненавижу, блять, сбоку. Надо прямо на него прыгнуть. Самчик. Ладно, возьму сбоку. Блять, как она криво поднимается по ней, я ебал. Хуже, чем, блять, в Солрусе. В КСе. Не в кайсе Соурис, а на дышке я Соурис. Потя! Right. Без спринта. Блядь, как ты на этих трубах без спринта прыгаешь? Это пиздец. И вот так бы страхово было без спринта, блядь. А потому что... Помнишь, сколько раз на 40 метрах, блядь, начало сначала? Ну что, со спринтом прыгал. Так, вот это... Спасибо, что у Вани есть яйца, блядь. Поэтому на трубах больше спринта нажимаю. Оп. Оп, блять, они как, надо залезть, блять, на нее. Вот я ставлю $1,000,000, что когда я упаду, это будет из-за этих ебаных лестниц, блять. Скорее всего, так и будет, я на лестнице пизданулся. Музычка зато ебейшая пошла, блин. Эти лестницы, да просто, блядь. Что мне, по юбочку задрать, блядь, придержать ее? А, по лестнице? Да. Блядь, я не заметил даже. Это было так охуенно. Блядь. Нормально, ебать, я умный, блядь, я все понимаю. Первый раз. Тут есть, блядь, лестница за этой травой или нет? Есть. Налево или направо? Налево или направо? Я помню. Там вроде есть, но... Ладно, давай сюда.
Он пошли до меня дошел, кстати. А на чем ты конкретно? Ебать, я сейчас жалость, блядь, кое-что. Так хочешь сказать, минус, типа. Это что было такое нахуй? Это было не очень мужественно, согласен. Блять, а как я на эту хуйню? Я через эту хуйню прыгал. Как я сейчас сбоку, блядь? Боком залез мне. С прыжка? Блять, нет. Хорошо, что она хотя бы в этой игре нормально за угол заворачивает. Блять, опять показывает вниз, но не веришь мне. А, мне вниз. Или вниз, реально. Или надо штуку запрыгнуть. На камушек. Слева. Так надежно. Не, заборчики, лестницы. Mm-hmm. Что захотелось. Трава эта ебаная. Не, налево. Нахуй иди. Этот человечек заебал уже. Я буду Леона назвать позже. И на лестничку. А-а-а. И по лестничкам. Оп, оп, оп. Куда оп, ты вниз топ-топ-топ начинаешь? Не на сальку или туда? Туда. Туда-то там можно... Назад. Можно на сальку, смотри, вон туда допрыгнуть. Давай. Иди сюда. Чел, тут 190 метров, и вот, блядь, и ты дошел до 190 метров. Сейчас слушаю твой совет, блядь, это как, знаешь... А тут можно разблокировать FPS как-то, блядь, чтобы мне 60 было. Графикс... А, фрейм лимит. Блядь. Ебать. Леон, блядь. Можно и сюда, сука. Подожди, есть же такая кнопка. А далеко нельзя отходить. А повыше можно? Повыше можно. Выглядит как будто хуйня, но с другой стороны не выглядит как будто хуйня. Вот та штука выглядит как будто хуйня. Блядь, давай проверим, что там. Или нет? Не, в пизду. Блять. Нихуя себе они рвут, блять. И чё? А, мне типа вот сюда, да? А если я пизданусь головой, вот как сейчас делаю? И произойдет вот это. Тут, как говорится, ничего не поменяется. А? Как говорится, ничего не поменяется. Да не тебе, а, блять. А, типа... Я свой вопрос задал и хочу на него ответ услышать. Все понял, вот эти доборчики, они тут просто потому, что тут, типа, я по ним прыгаю. Да, тут, короче, точно не по заборчикам. Правильно? Или нет, блядь, я же отсюда залез. Блядь, ну это не выглядит, как будто мне туда, Леон, блядь. Сюда, оттуда куда? Туда, типа? Блять, или сюда? А дальше куда? Я не понимаю. Что они, типа? Где можно туда допрыгнуть? Угу. А вот там что-то еще наверху, где есть? Ну ты сюда шел, да? Угу. Не, пиздануть головой. Или с каменного блока туда сразу же прыгнуть. Отсюда? Да. А там как? А, сюда. А, слышь?
Ебать! Твою долбою. Подожди. Я тут. Выглядит, как будто, блядь, не оттуда мне прыгать. Вот прям вообще нихуя не оттуда. Блять. Все, я уже все, я не могу. Надо подойти. Ты все, Никит? Да, я все считаю, все, да, я сохранился, можно начинать играть. Давай вниз, Вань. Нет, иди нахуй, иди нахуй. Нет, я не буду. А то сразу не сохраняется, блин. В смысле не сохраняется? Не сохраняется. С самого начала. Да, да. Попизди мне. Ну попробуй, блядь. Если сохраняется, ты мне 100 баксов платишь? Это Леона быстро на фон взяли. Давай. Подожди, а я думал... А ну прям с игры вышло сразу! Это, блядь, вы уверены там, в каждой игре, блядь, вы уверены, что вы хотите. Вань, ты должен ему 100 баксов, все. И нитки. Play. А, сохранилось, ебать. Пошел ты нахуй, Леон, блядь. Леон, ты ему должен собачить. О, кстати, Никит, спасибо. Сейчас дам. Блять, ой, блять. Спасибо. Блять, я не понимаю, это у меня кот рвет, или это дети, блять, на улице. Нет, тебя так заебало. Я ебаный параноик, блять. Я не могу нормально сидеть. Я слышу, блядь, что-то похоже на кошки на это, блять. На кошачье мяуканье. Я выхожу, блять, и иду проверять. В порядке. Потом оказывается, что это дети, блядь. Ворут. А кот лапу высунул, блядь, из будки. Ебать, скинули на это Легиона, блядь. Ебать, он охуенный. Он ебанутый. А, ебать, на Сьюзи добавили скин. И хуясь он цветной, блядь. Даже лучше, чем твой, который у тебя неоновый. Не можешь такого, блядь. А ты посмотри. Посмотри-ка ты. Скорее. А ты пососи. А не, он не ярче. Он яркий, но он не светится, так мне кажется. There is no way. Он светится так же, как мой. Блять, мне в итоге вебки-то ебаные, блять. Маска, это маска типа так нарисована, блять. Это вот типа ебало. На работу, блять. Не хочу на работу. Уже ребят на работу. Вот так. Поэтому и учусь на программиста, чем дома сидеть. Алён, уже можешь звать, или ты еще отошел? Нет, я тут. Пум, пососал, пум-пум-пум, не пососал, пум. Почему не 400 стоит? Блять, мне не хватит тогда, чтобы купить. Блять, ёбаный в рот, как обидно, блять. Как обидно или как обидно? Как? Сука, как обидно? Реально, блядь. Ты как или тебе обидно? Ну чё, завис, хули. Угу. Хули нет, когда да. Охуенно, блядь. Блядь, сказал, как сказал, блядь. За 7.06, блядь. Всё, приглашай. Драм, блядь. 7 минут 6 секунд? Да. Я хочу он ля посмотреть. Он ли. А. Реально вернули. 6.82 стоит. Что, купить ее, пока ее, блядь, не удалили? Пока она по скидке. Я куплю завтра. Как раз она со скидочкой я возьму. Потому что в нее все играют, блядь. И что бы мне не поиграть, правильно? А, 500 метров, блядь, в Brutal Item. А, то есть я уже, блядь, прошел 40% игры? Там, походу, да. 38. Да. Ваню зови. Позови меня тебя с тобой. Ту-ру-ру-ту-ту. Еще по пути в жопу. Да-да. Нет, осуждаю, блядь. Почему?
мой милый теперь играет, теперь владеет играми. Владик. Ваня, вот сейчас интересно, ты сейчас стримишь или нет? Кто, блядь? Мой, мой милый. Да кто, блядь? Russian Federation блокировка. Да Миша, блядь. Прошлой ники, мой милый. Палочка. I kill myself and kiss your lips. Псих больной. 4 стены, 8 дышности. Хуй. Ты улыбаешься. Меня не существует. Курю внутривенно. И жертва крокодила. Блять, Миш, какой же ты еблан. Это просто пиздец, блять. Жертва крокодила, блять. Ой, блять. Мишаня, нахуй, блять. Миша, долбоёб. Какой же, блять. Сука, школьник ебаный, блядь. Тупо жертва. Мне надо тебе разочек в жизни увидеть, Леон. Мне чисто интересно. Что? Я хочу с тобой лично разочек встретиться. Вот нахуй ты не сдался? Нахуй ты не сдался? Пивка с тобой выпить по-нормальному, в паве посидеть. Чё, нельзя? Охуенно, блядь. Пивка, блядь. Пивка, блядь. А чё, не так-то, Леон? Я ненавижу пиво, блядь. Смотри, как Леон с Олежей сидят, блядь. Ну, коктейль Сильверхенда, как ты мне предлагал. О, ну, Сильверхенда так нормально темно. А, блядь, пивко не, я ебал, блядь. Сидят, сидят разговаривают. Нет, просто ноль. Если хочешь на тяжелое, пожалуйста, я готов на это. Я ебал рот просто пиво, блядь. Я просто ненавижу пиво, блядь. Это моча, блядь, коня, нахуй, для меня лично. Потому что я любое пиво, это для меня блевотина. У тебя есть алкоголь блевотина. Это как люди, блядь, которые там типа, блядь, я вам не знаю, свежая, блядь, тут что-то, блядь, бутылочная, блядь, для меня что бутылочная, что, блядь, что, не знаю, проституточная, блядь. О, вот проституточное пиво, да. Ну, ладно, хороший лист. Я не люблю, я не могу, блядь, на запах не приношу пиво, блядь, поэтому я даже не пробую. Не знаю, пиво достаточно мягкий запах. Какой, говна? По-моему, да, мочи, блядь. Что-то типа того. Ну, блядь, не позорьте, нормальный напиток, это раз. Второе. Нормальный напиток, блядь, какой нахуй? Нормальный напиток, это сачок. Хорошее, темное, нефильтрованное, хорошо почищает кровь, если чё так. Охуенно, блядь, вино хорошо почищает кровь. Смотря какое пить, тут тоже есть разброс. Красное полусладкое, блядь, прочищает медицинское, блядь. Это как... С красным полусладким не все так однозначно. Есть два варианта, либо полусладкое, либо полусухое, но... Нет, профессиональные алкоголики, блядь, собрались. Блять, у меня, сука, было в блять, у меня нахуй высшее просто. У меня высшее. Я магистр алкоголеведения, блять. Алковедения. Алкосайки, блять. Аспирант на бухарине, блять. У меня было введение в алкоголь в универе. Чего вот меня хотите? Введение внутривенно. Введение в алкоголь, блядь. Что это за предмет, нахуй? Это, блядь, на уровне, блядь, как это, синергия в Москве. Есть там, это, курс видеоблогера, блядь, курс геймера, блядь. Это Москве, это швейцарский универ гостиничного бизнеса, и у меня реально было введение в алкоголь. Охуенно. Что это? Что? Почему у меня красные трещины за мной показываются, и аптечка в руках? Иди-ка ты нахуй, блядь. Ёбаный, блядь, Олежа, блядь. Отъебись от меня. Давай, Олег, чё? Блядь. Олег, отъебись. В воде. В мейне, блядь. О. Олежа, блядь. Олежа, не еби, блядь. Блядь. Ладно, попробую одну игру так поиграть. Пизда мне нахуй. Ну, блядь, мне так не нравится что-то так играть. Я в окно нахуй. Пошел нахуй. Самое обидное, что у меня фонарика нет. Я прям на Олега вышел, блядь. Пиздец, блядь! Пиздец, блядь! Что ты поставил себя за перк, блядь? Я об этом говорю, блядь, что это за хуйня? У меня рандомные перки, что ли, блядь? Нет, у меня спринт, вот, у меня спринт. Пидорас, блядь! Обсуждаю! Ой, блядь, ёбаный ты в рот, ёбаный ты в рот. Олежа! Олежа, мы же друзья, блядь. Олежа, нахуй. Олежа, блядь. Он просто смотрит, блядь, с ним. Олежа, нахуй. Никит, восстанавливайся. Олежа, восстанавливайся, не ползи. Я восстанавливаюсь, блядь, я страшно, нахуй. Олежа, блядь, сука. Олежа, блядь. Он пизда, он возвращается. Леон, он к кому-то бежит. Это... Ко мне, а, он... Нет. А что меня так подлагивает, ёбаный рот? Блядь!
Осуждаю, блядь, я тебе сейчас... Блядь, да хватит. Я не могу, извините, ну, гондольер этот, блин. Гондольер, блядь, правильно, так можно, блядь, не так, блядь. Тутулая масочная херня. Слушай, ну как-то он долго стакал. Слушай. Из себя он уже все высосал, по-моему, да? Хуй его знает, нет, он уже смотрит на меня, блядь. Ёбаный ты в рот, блядь. Ёбаный в рот, блядь, я застрял, пизда. Блядь, это проход хуйни, блядь. Я в трактор ебучий врезался. Ты раненый был? Да, я раненый был, блядь. Да, ты видел, что они писали, что типа... Ферма Колбин, блядь. Там заброшенная ферма, она, короче, самая, блядь, это... Не балансная, короче. Хлеб, не ферма, а хлеб. О, блядь, вот эта ферма. Сука, тычку принять, блядь. Если бежит принести, я бы... Скилл-чек идеальный же. А, нет, еще значит, не работает. Ой, блядь, я долбоёб. Согласимся. Блядь, что делать? Я раненый, что, блядь? Как мне теперь? Он за тобой, Никит, походу. Да ну нахер, ну нет, мужик. Я что, блядь, шутка нахуй? Девочки, давайте, блядь, меня нахуй потрогать, блядь. Дай хотя бы аптечку найти, пидорину. Ну, пожалуйста, дай аптечку. Он идет через мой... Чтоб тебе Нита Саркисян нашла потом. Ебать, это что, блядь, обидно должно звучать, да? Ну, учитывая, что она Криса Авелона довела до смерти, то да. Famous DW Community. Хотя мужик ни в чем виноват не был. Я тебе дам пипу, блядь. А он забил. Пиздец! Я пошел. Леон, блядь, прости. Никита, он обходит. Секундочку. Да, блядь. Да ёб твою мать, я остановиться не успеваю даже. Генераторчик. Он за тобой. Пипистин! Блядь, въебаться, блядь! Я на спринте забежал в стену. Нормально? Спасибо, Леон. Блядь, из ебасти, ну, блядь, твать! Я вам такая пизда там все. Блядь, и генератор этот так ебашит. Блядь, ну как можно было в стену уебаться, блядь? Ну почему? Ну как это происходит? Только со мной так происходит, блядь. Единственный человек в этой игре, кто постоянно въебывается в стену, блядь. Потому что бежит типа с лицом вперед. Блядь, еще игрушка охуенная. Да мужик, ну хорош! Ну, конечно, стадия, блядь. Что, ты такой широкий, блядь, не делал бы это? Ну хай ты под стеной, блядь, убежишь. Давай, иди снимай меня, блядь. Чертила, блядь. Давай, быстрее. Он идет ко мне прям. Такая тебе пизда, блядь, Леон. А я с него. А, нет, не бесконечно. Ну, хоть кого-то пускай. Динозавр, пиздец, я пошел, короче, блядь. Ты давай там умирай, мне похер. Умирай. О, у меня мой тотем сломали, спасибо. А что это за мной идет, а, такое? Не знаю, чудовище. Мужик, ты дай мне из DW Community, пожалуйста, не бей меня. Я люблю котиков. А ты чудовищно дохилишь, спасибо. Ебать, что я вижу. Прямо за тобой. А что он заблокирован? Потому что это мой, походу. А ну-ка это погладь меня. Чумак тут бегает. Что за мужик за ней бегает? Бля, не тебя спринт тратить сейчас, мужик. Сейчас нужно будет срочно убежать.
О, ни хера себе, что у вас там происходит? Я давай тебя полечу, блядь. Давай. Ох, я на генератор, блядь. Разрядиком, блядь. Ну, кстати, близко. Угу. Блядь, тот генератор, который мы чинили, ему такая пизда. Блин. Блин, ну я больше половины же починил. Как так сбрасывает-то сильно? Ваня уёбывай, он в ту сторону, по-моему, пошел. Нет, он на клопах стоит. Блять, а хуй он такой быстрый-то, блядь? Хороший, блядь, вопрос. Ой, блядь. Срака-ка. Ацхуяли ты такой, блядь, быстрый. Ацхуяли ты такой, блядь, быстрый. Почему ты такой, сука, быстрый? Как вы, ёба, быстрый. Леон, иди ко мне. Он возвращается. Писька, писька, писки, блядь, сиськи, нахуй. Ёба, брат, пизда мне, блядь. Ёбан твою, блядь, маму твою, блядь, ебал. И в облаках накручивают контент на Твиче, блядь. Сиськи, писки. Давай, блядь, иди нахуй. Ну так, как говорится, со спринтом у тебя нет опасных генераторов. Они все более-менее безопасны. Да как ты попал-то, блядь? Мать, блядь. Ёбан ты. Маму трахал, блядь. Значит, это, блядь, мы на плече говорить можем, а сука, про SJW комьюнити мы ничего говорить не можем, да? В смысле, маму ебал, блядь, это классика, нахуй. Вас сорок. Что не так, вдруг мама красивая? Блядь! По сисечкам, блядь. Сука. Пошел нахер! Понял тебя. А че она так долго у него длится, блядь? В смысле ваншот? Оно пиздец долго длится. Не, ну проебали, да? Мэг просто сидит, блядь, нихуя не делает. Что, блядь, почему так лагает? Никита умер. Фотошопа, блядь, такая хуйня, что ли? Какой же ты гондолье, а? Ладно, все, блядь, все, позакрываем нахуй все. Бля, меня так бесит его. Ебать, а что у меня в опере GX, блядь, такого нахуй, что меня, блядь, занимает это? Дальше. Пошел нахуй. Хочу хоть за Ванькой какую-то наблюдать. Мамку свою постакай. Бля, вот. Вот эта связка перков, не знаю, не сказал бы, что она, блядь, суперсильная. Я привык, что просто спринт, блядь, один язык. О, нормальный спринт, когда же очень быстро. Смотри, оп. Он сможет с меня вообще настакать, потому что он меня... Может. Он странный, блядь. Стакает, блядь. Или Bloodlust копит, кстати, как вариант. Не-не-не. Кого копит? Bloodlust. А что это такое? Скорее мана. Хоть низко! Ну нажмись, блядь! И пошел, блядь. И Мак такая, ой, блядь. Та-та-там. Пам-пам-пам-пам. Пиписька, блядь. У тебя проблема, ты много думаешь, писька, блядь. Пиписька, блядь, еба. Я даже в магазин еще ходишь, сегодня суббота. Угу. О, пизда, блядь. Иначе что, в этом будут эти? Кем он испугается, блядь? Обосрелся, блядь. Да, нахуй сейчас. Скидочки будут на фруктики всякие. Я хочу себе купить крыжовник.
Вообще, блядь. Даже не засомневался на секундочку. Слышь, ты будешь сегодня играть в этот еще или нет? Я просто не знаю. Сколько ты спать собираешься? Я не знаю, я просто хотел выключить комп на какое-то время. Потому что у меня вторые сутки уже включен подряд. Ладно, но я не буду сегодня пока играть. Не, просто это. Если что, если я буду спать. Хотя, я посмотрю, может быть, я до вечера дотяну. И уже лягу типа нормально. Но если нет, если захочешь поиграть, то позвони мне. Врубил. Позвони, разбуди спящего Ванечку, блядь, да, позвони, блядь, обязательно. Ты сам вчера говорил, звони тебе, если ты себя настроил, блядь, кого строить. Ну да, но я типа сказал, что если что, не обещаю. Вот я не обещал, получается, не наебал. Потому что... Я не мог, кстати, я понимал, что это туда-сюда, блядь. Мало того, что у меня аллергия, я хочу сдохнуть по утрам. Я когда, я иду умываться, типа, я там в ванной на полчаса, блядь, зависаю, потому что, ну реально, у меня как будто на лицо насрали, блядь, в рот мне насали. А нормальное утро у тебя, блядь, бывает, нет? Ну, когда аллергия, нет, не бывает. Классика, блядь. Я не могу, мне хочется, блядь, либо не просыпаться, либо включаться. Блядь, не могу просыпаться по утрам. Нормально. Ну, не по утрам, просто просыпаться. А ты прикинь, у меня по 4 дня 13-часовая смена на работе, где надо постоянно носиться и что-то готовить при температуре 80 градусов. Ой, ну нахуй, я бы никогда в жизни не работал. Человек написал мне комментарий под скриншотом с ником Сисик-Писик, блять, охуенно, блять, чел, ник просто ебейший. Круто. Спасибо большое, блять. Там Сисик-Писик. Кондиционера нет, наверное, да? Там должно быть жарко. Сисик-Писик, блять. Кондиционер на кухне как-то мешает готовке или нет? Интересно. Объясняю, у нас есть понятие вытяжки. Да. Немножко другое. Но проблема в том, что ее иногда не хватает, чтобы чисто было больше вентиляции, да, там может уйти там гарь всякая, все такое, но, сука, температура на кухне всегда, блядь, выше градусов 50. Я бы не сказал, что вытяжка прям так сильно помогает. Вытяжка вообще не помогает, на самом деле. Ну, короче говоря, блядь, да, поэтому я спрашиваю, иногда на работе реально сдохнуть охота. Кондиционеры это нормально или не используют кондиционеры на кухне? Я просто не знаю, они не мешают готовке. Нет, есть промышленный кондиционер, но у нас его, по сути, нет. У нас есть тупо, блин, огромные вытяжки и все, больше ничего. Хотя у меня по факту... И окна. У меня небольшая комната, и ком греется до 70 градусов, поэтому, в принципе, блин, то же самое вещи. Нет, понимаешь, ком до 70 градусов, и все помещение в 70 градусов, а вот это в ебаной бане. О, так тут маленькая комната, и когда окно закрыто ночью, потому что залетает куча всякой хуйни. Это в бане превращается. А еще представь себе, еще надо раз в 2 часа прокаливать гриль. Это на него надо холодную воду выливать. Собака! 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 Блять, я ж тебя, сука, я слышу, блять. Собака! Смотри, кому кайфово, блять. Блять, она опять насрала сегодня. Блять, она заебала меня, блять. А когда ты ее вернешь? Я не верну ее уже, блять. Они, короче, челики, которые были хозяева, они мне все поставили. Ты пропадаешь, расскажи слух, не понимаю. Они остались в Омане и типа звонят, говорят, что типа, ну, мы не вернемся уже в Рашку. Хочешь там, типа, выкидывай, блять, или фриз давай. Выкидывай, блять. Выкидывай собаку, охуеть, блять. Я такой, не-не-не, блять, это точно не дела, блять. Я его оставлю себе. Чуки-чуки. Блядь, это чисто не люди, это, блядь, живое, блядь, ну реально, это... Как говорится, люди на блюде, блядь.
Ну это вообще максимально красиво, блять. Ой, бак, идем. Не, ну а какого хуя? А, у него блат этот залупа стоит. Что за почва благотворения этого крови, что это за хуйня? Когда удар наносит, по тебе блокируется в большом радиусе, предки окна все. Блять, а я его оглушил и тычку получил по еблету, блять. У меня дон стоит, что слепота вешается, когда снимаешь глубокую рану. Кися, кися. Кися, пися. Все, она лежалась. Эта дура ебаная лежит сверху на компе, блядь, и кайфует, балдеет. Вот, вот типа, каких людей я ненавижу? Вот тех, кто вот так поступает с животными, блядь. Кошка. Братья наши меньше. И с ними так поступать. Твою мать, блядь, ну кто сюда маньяка ведет? Не, типа, я не против был, я, типа, подержать, сколько там месяца у меня было. Но потом, типа, когда тебе типа, понятно, говорят... Ну мы типа не вернемся, блядь. Ну как бы ну, я тоже дальше. Я как бы тоже не возвращался, блядь. Не так, чтобы оставить животное. Пососи хуй. Бля, сейчас открою шкафчик. А сегодня как охуенный встал, блядь. У меня открыто окно, блядь. Я думал, там с улицы воняет, блядь. Там смотрю, ебать, сюрпризик, блядь. А ты гулять не ходишь? Хожу, блядь. И я хожу, и Дашка ходит с ней, ну, блядь. Ну, блин. Она... Есть такое понятие, как просто хочется посрать. Вот, как бы... Типа, ей похуй, блядь, что она погуляла, блядь, и на ней посрать могла. Вопрос, а что, пелёнок у вас дома нет для собаки или что? Блядь, ей нельзя уже пелёнки. Да, ну, у меня вон тарталетка, полтора года уже, и пелёнки используем. Где ты там? У меня зуб пропал в игре, блядь. Да ёпта мать. Пелёнки минус в том, что ты не типа собака не привыкает к лапкам. Блядь. Пидорюга. Осуждаю, блядь. Никит, блядь. Ну простите, блядь. Ну сколько раз говорить, блядь. Никит, блядь. Всё, в следующий раз. Блядь, выкину. Кто меня приедет? Он в обилке бежит. Твою... Твою дикую мать, ну ты чё творишь? Иди нахрен. Ай, капец, блин, и как теперь? Чё, удар получил, тычку получил, блядь. Да, блядь, да ёбаного, я только дохилиться хотел. Хуесос ебаный, блядь. Где там, Леон? А посож, блядь. Он за мной. Он за мной. Это какая тычка? Третья, блядь? Он по тебе ударил, бля? Да. Это четвертый был. Но... Какая разница, все равно раненый. Не-не, пацаны, уже все, тычка, даже у меня была тычка. Он не попал. По мне дважды попали. Охуеть, блядь, я не дохилился в итоге, блядь, да? Да, сука. Если пить. Не будь жмотом, бля. Охуенно, блядь. Я неуловимый Ванюша. Что-то я секанул немножко, что он откроет шкафчик, буду честен. Еще эти листья, блядь, зря были. Может не зря, зато вы, блядь, что-то почините. Не попал. Не попал. А вы здесь, блядь. Кися, давай жопку, жопку поближе, блядь, поближе жопку подвинуть. Не попал. А не дрази хуйню. Уи! У меня собака охуенно начала спросить еду. Если она хочет поесть, она... Короче, носиком, вот эту типа миску, которую мы корм насыпаем, она типа железная и слышно, когда типа она передвигается. Собака? Да, и типа пизда, она хочет есть, она наш носиком так тик-тик, блядь. И звук такой, типа, на кроха хочет кушать. А у меня кися, он легла на левую руку. И похуй, что Ванечка убегает от маньяка. Да что ты на меня смотришь? Ты мне глазки, блядь, строишь. Ты кисюблик, блядь. Не знаю, у меня когда троталик хочет есть, блядь, просто приходит садиться на колени. Лапы, блядь. Меня, блядь. Давай, Кирючу, блядь. Никит, нихуя не хили меня, блядь, походу жопа. Никит, походу писён. Не-не, он за мной бежит. Давай чинить. Давай.
Бля, не пошел бы ты нахуй, чудовище. Ай-ай. Бля, мне надо с этой стороны закрыть. Ладно. Моцарт спас. Я в мейне чинь кричал. Блять, кошка, ну пиздец, ну носик чешется у меня, блять. Еще что-то может у меня чешется, и мне неудобно. Понимаешь? Никит, ты че? Бля, кися. Ты такая, такое ебало делаешь, какое-то, блядь, злое. Да. Не понимаю, ты. Ты злишь, блядь. Я тоже пиздюля. Где? Бежит, бежит куда-то к вам. Откуда? Блин, блядь! А, обычно тычку дал без бедки. Кто-то дал тычку обычную. Кто-то дал обычную тычку. Тычку обычную, да. Видимо, не успел. Столкнуло, да, блин, а? Че, похилишь меня? Да. Это первый крюк, кстати, у него. А, не, второй, я висел. Второй. Ебать, я что, реально первый висел? Но за мной бегал, блядь, 90 часов. Можно повисеть разве. Спецназ, ебать! Бро, блядь! Нет, блин. Леон, с тобой пошел. Давай, херач меня, давай. Спасите, хорош. Мои! Блять, а че херач меня, если в итоге сейчас он меня призовет, а мы Никиту не спасем. А, нет, он не будет Никитку трогать, блядь. Он за тобой? Да. Нихуя мне за тобой. А я на спринте ушел. Он крысит, тварь, блин. Может, когда у меня вторая стадия будет. Блять, надо Никиту идти снимать на что раз. Нет, стой! Ну стой, я же успел, блять! Никит. Ариан, блин, я думал, вы не успеваете, поэтому решил попробовать. Ты же видел, ты же смотришь за челики. Ну бля, в итоге он сейчас себя просто убьет. Да похрен уже, он, если честно. Он за тобой, Вань. Ты где, Никит? Да, я здесь. Стой. Кит. Пиздец, блин, вот я не знаю, как вот этим гребаным легионом играть просто. Нам от последних денег остался Леон, не надо денег зачинить. Бля, нахуй он просто на похуй меня билку нажал. Он бежит на билке, если что. Все, готово. Давай, Леон, тебя закинем. А, я, блядь, не хилен? Конечно, блин, ты за живот держишься. Я сдох. Ты что думаешь, как будто тебя насилуют? Да не правда. Я думаю, я прохиленный, блядь. Пока не сдох, но, блядь, очень всё, близко. Готово. Пошли, нам надо это... Геник. Ну, геник, блядь. Не, хуй там, блядь, походу, мне не дочиним. Не-не-не, чиним, отдавай. Он выбил чё зачем-то уже. Блядь, он меня просто сбросил хил, блядь. Все равно ослеплю, ёбка. Пипец, дело быстро продвигается. Я нихуя не вижу, блядь. Меня два раза пизданул, блядь. Ой, да ладно, здрасте, блин. Бля, хуесос. И за мной, да? Нет, не за мной. За мной. Блять, нет, сейчас хуйня ебаная, сейчас он, блядь, обилку настакает. Ну можем понятно, как... блин, он зараза это. Можем как-то вернуться резко. Он сейчас за мной побежит, я его отведу. Нет. Надо, чтобы он за мной бегал, у меня адреналин есть. Плохо на адреналин, у тебя глубокая рана просто снимется. Он промахнулся, блядь. Хуя ты кривой, блядь. Хуя он возвращается сюда. Попробуй в хижину бежать. Надо пытаться разводить его, там генератор лечить. А вот так решили, нихуя.
Блять. Какая же пизда. Пизда. Где он дочинишь? Чинем. Блять, а там. Он здесь. Он встал на месте, блять, опять навернулся назад, сука. Мне бы хилку найти. Блять, дал хит по обилке. Побежал. Ну иди, блять. Извиняюсь. Да понятно, все в порядке, Ваня. Чел просто встал. Он на ПК встал, блядь. Ничего. Ты в шкафчике сидишь или что, блядь? Я прохилился за деревом, блядь. А чё на ФК стал? Блядь, мама позвала покушать. Вон, видишь, стоит сзади. Ну, на мужика надо. Да. А ебать у вас адреналинчиком бахнуло. Чем адреналин? За кем же он побежит теперь, интересно, блядь? У кого не было адреналина? Бля, я не заметил, где ворота были. Около генератора того ворота, за мейном ворот. А ты меня полечить хочешь? Ну ладно, давай. Никит, сколько там у тебя ворот? Прям капелька. Есть там наед, интересно? Да, есть. Наед. А где ворота? Там, где генератор? За мейном, за мейном, за мейном, за мейном ворот открыть. Да, вот ты на меня бежишь, Вань, все правильно. Угу. Я как ориентир буду сейчас. Давай, вот, ты должен меня видеть сейчас, вот я. Давай ко мне. А где бобец, я еще понять не могу. Гообмен слепую, Вань. Гообмен слепую. Что за обмен? Обмен слепую. Живая аптечка, обмена фонарик. Молодцы, блядь, пацаны, конечно. Ну так маскарадный фонарик на желтую аптечку. Здравствуйте, уебан. Он тоже желтый. Он маскарадный. Мой колёный. Пути лошарик. Бля, я помню, как я на Легионе играл на этой же карте, как меня боссали тоже. Всякие задры. Задры, мне было неприятно. У него 32 часа всего. Осуждаю его комментарии, блять, это русский, блять. А у него еще это. У него еще молот серпом, блять. Ники. Пошел нахуй, блять. Просто басал его, бомжа ебаного. Удаляй игру, нахуй. 32 часа наиграл, нихуя не научился. Удаляй, блядь. А как же какую-нибудь хуйню написать сейчас, блядь? Какой-то чел русский, блядь. А его мамка позвала есть. Ну вот такой, он меня себя сейчас не позвали, блин. В нулину, блин, тебя послал. Так, пойти сейчас или чуть-чуть попозже? Чуть попозже. Тут надо тонкую грань знать. Потому что если пойду, типа, пока что еще может не, и не быть скидок. Может быть, они там под вечер их ебашат, понял? А с другой стороны, может быть, что я потом вечером приду, а там нихуя нет уже. 30 градусов сейчас, блядь. А, 31. Ванечка, куда ты собрался? Ебать тебя в сраку. Я бы пошел в 4 часа ночи, когда будет 17. Но магазины закрыты. И завтра будут закрыты. Мне надо сегодня сходить, блядь. А нет скидки на сингулярность, не дали? Дополнение сингулярности? Нет. Только на Halls of Torment. 32 градуса, блядь, завтра 33, нахуй, я ебал. А я работаю во вторник 30-ка. Заебись. В среду тоже работаю, в среду 26, и дождик. Тоже заебись. 26 нихуя не заебись, если честно. Блядь, я не знаю, я не могу. Я не хочу жить, блядь, в такую температуру. Еще есть, блядь, с этим, с аллергией, это реально худшее, блядь, время года. Вот июнь, июль это худшие месяцы, блядь. Не знаю, я в это время купаюсь уже. Ты на работе блядь, в 50 градусную жару, блядь. Сидишь. Куда ты купаешься, блядь? В супе купаешься? Сюфтик. Большой такой это, блядь. Сюфтик. Я вообще-то на гриле стою, каких хуем супы.
На гриле стою, блядь, то есть не готовлю за грилем? Не, он типа, чуть-чуть понял, сверху, он типа себе хвостик завернул, так яблоко в рот засунул и стоит. А, я лежу кайфую, блядь. Блядь. Что это, блядь, за хуйня? Блядь, банка гриба, серьезно. Да, они как-то хотят вот эту хуйню поменять, они столько всяких подношений, блядь, для убийц, там, для выживших. Этих. Я не могу говорить, когда это чмо хрустит чипсами, блядь. Столько всяких поменяли дополнений. А вот эти ебаные подношения, блядь, на увеличение удачи, блядь. На увеличение расстояния между крюками, блядь. Ну это такая хуета бесполезная. И не фиолетовый причем. Как-то, блядь, на что-то и поменять можно? Во что-то более юзабельное. Например, фиолетовый вот это подношение, которое делает крюки подальше друг от друга, сделать личным, и типа, ага, ты вырываешься на полсекунды быстрее, например. Или на секунду. Ну, блять, хорошо, давай с этой стороны. Эй, вы там, холопы! Да херел. Хуй тебе, блять, надо. Вы долбоёбы, блять! Куда надо? Ну, уйди, блядь! Лоха наебал. Честно, блядь, в унитаз. Блядь, и тут этот же тотем. Блядь. Мало того, что самая уебанская карта, на мой взгляд, так еще и, сука, вы, блядь, стараете хуйней откровенной. Карта топ. Против, блядь, Майлиса какого-нибудь. Сверкается. Просто не слушать, а ощущать. Бля, это же... Мама, пиздец. Съебал. А? Сука, как я ненавижу этот перк. Визуальный террор, это просто, это самая охуенная вещь. Тут какой-то пацан с тетивишкой. Не знаю. Чирик нахуй. Жоп. Жоп Карилло, блядь. Чирик пизды хуяк куку. Пойду снимать его, чё делать. А где Леон? Леон! Чё ты там делаешь? Не видишь, блядь, что я делаю? Нет, у меня очко сжалось, а чё? Ладно, не снимаю. Я слышу хуйня-то страшная даже. А, так вот и где волосатое чудо, блядь. Ужас, парикмахера, иди сюда. Бля, что я делаю, бля? Какой же это кретин ебаный, блядь? Убейте меня. Ваня, блядь, хоть предупреждай, когда ты баштычку получить. Я заколебался подрываться. Она прямо к вам спускается, блядь, давай. Ну, охуенно. Это Леон Гандон, блядь. Хорошо, под кровотечением, блядь, получи просто поебало в никуда. Я, блядь, нахуй сейчас сам, блядь. У меня там увеличена удача есть еще. Давай, хуй мне теперь. Не прокнуло. Опять не прокнуло, блядь. Ты ебёл? Чё? Ванечка, блядь. Пипец. Охуяна, охуяна, пипец, охуяна. Ну давай, охуяна. Чисто отчёт. Никитка, блядь. Никитка, блядь. Никитка, блядь. Я вообще... Алён, умираю! Не капсда. Не капсда, блядь. Блядь. Умираю! Пошла в жопу. Ой, жопа, блядь, жопа. Пошла в жопу!
Чья дочь, блядь? Я здесь вообще больной. Кажется, я умер. Сиськи, сосиськи, 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 сосиськи. Чтоб тебя на этот крюк насадили, сучья дочь, блядь. Не трогайте мою девочку. Собака наебаная. Побежали Никиту спасать. О, ну хуя. Как же эпоху на мою. Клик-клики. Джон Сина. And his name is Никита. Я не прямой, спасибо, Леон. Это все ебаные анимации. Блять. В смысле, блин, у меня не кончилось действие, твою мать. Лему, как говорится, хуй в жопу. Цитата Никита, блядь. А я умираю? Давай, ставь. Ну, блядь. Кирилла, блядь. Леон, иди, пожалуйста, сюда. Ебать, а как не получилось нихуя? Я пошел дюк искать. Угу. Тю-рю-рю. Тю-рю-рю-рю. Да, можно умирать, да? Не, нихуя тут как. Аслан? Габло. Говно, говно, говнище. Надо похорошить. А, еще и Ваню повесили, но... Да, вот эти типы, которые умеют каким-то хуем... Хуй знает куда убежать, просто рандомно, блядь, сделать 100 шагов и открыть первый же шкафчик и найти в нем меня. Это... Это какой-то, блядь, я не знаю. Это next level, блядь, какие-то типы, я, блядь, не понимаю. Мяу себя в сраку засунь, понял? Блядь, это так весело с вами играть, пацаны. Мяу. Мяу. Рассказывает, ебать. Старый уёбище. Блядь, там еще и сука это, блядь, русский, блядь. Вот это моему, блядь, коту скажем. Слушай, вот у вас одни мысли опухать. Сегодня у меня дела, я занят. А завтра я хочу поехать на пляже. Целый день буду на пляжике. Вот и все выходные. Понимаете? А у вас только одно ноги. Это Олежа, блядь? Какой же ты, блядь, сука. Готов. Как нас трахнули в жопу только что, блин. Нет, завтра я работу целый день. Когда вернусь домой, да если будет раньше 7 часов, то еще пара чего пройти, как звучит. Я же могу бесконечно это делать, знаю. Делать голосование. Ой, ебать, красотно. Бля, бухой хвост это, блядь. Это, конечно, да. Пацаны, хотите я вам испорчу, как говорится, раунд? Давай, не надо. Я готов, я готов нажимать кнопку. Я не успел, я хотел поставить этот, как его, полицейский значок. Я не испортил бы, блядь. А ну, ебанская карта, кстати. Пом, пися, поп.
пом 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 пом. Фон? Мешай тебе прямо сейчас, я тебя ненавижу. Как ты говорил, по нюху можно понять, откуда человек? Или по его действиям? Ага. Блядь, ёбаный рыцарь. Блядь, рыцарь? Мысли, блядь. И чё, я думал, сюда идёт. Ой, без примета, как прикольно. Нам пиздец, не так ли? Кажется, есть срака. Давайте вас как раз сделал, нет? Я сделал, я чую генератор. Леон. Вы дебил, отпустите ее, блядь. Я чиню самый центральный генератор в центре карты, блядь. Его надо дочинить. А я рыцаря видел только что. А я, кажется, сейчас опиздюлюсь, блядь. Самый центральный генератор человек чинит. Справа от меня был звук почти генератора, блядь. Самый чел. Центральный, ебать. А какой? Нет, самый центральный это что, в мейне? Да. Ну вот, ну посреди, блядь, дороги, просто посреди нихуя генератора. Тё-тё-тё-тё-тё-тё-тё-тё-тё. Да соси ты хуй, блядь, ты чмо, блядь? Тё-тё-тё-тё-тё. Центральный генератор вообще еще. Самый умный, что ли, или чё, блядь? Он быть не самым умным, а самым никитным. Он желто-блокитным. А там пошел. Все ты же. Как хилить можешь? Сейчас хилите меня. Хилите меня полностью. Я там денег оставил для дочинения, пойду его чинить. Ебать, это моя зона, блядь. Все в золоте, блядь. Ладно, хуй я починю это. Смотрите, списать. Карту. Нужна карта. Он опять в подвал, блядь, ты не видишь опять в подвал? Блядь. Ты все заметишь, что приглашение пропало? Куда не заметил. Давай, сейчас он ее в подвал перевешает, а тут ее спасу такой, чу. Ладно, я ее не спасу. Челик, ебать, интересно, поиграл. Да,
Я еще не ухижена. Ой, ебать, он слез. У него дес, что ли? Не сильно помогло, конечно. И к хижине починить со мной. Какой хижине? Бежит, бежит, голова, он грибочий, блядь, из-за камня скачет. Хижина. Шаг. Ебать, ты посмотри, кто пришел. Какие люди, ебать, в Голливуде. Никит, ты шо? Реально там? Если шо, я отбегаю и иду отвлекать его. А вы идете, откройте рот. Угу. Вот он нихуя не успевается. Ладно, я передумал. Я в хижину убегаю и прячусь. Блин, он сам рот открыл? По-моему, он сдался. Но он дальний ворот открыл. И типа их контрить будешь, что ли? А пошел на нахуй, я эти открою. Блядь! На, типа, ебля эту, блядь. В смысле? Открываешь эти? Угу. Никита, ты добежишь до ворот? Да постараюсь, блин. Да или нет, может, тут прохилиться надо. Кажись, успею. Тогда открывай. Я успел. Да. Я по леточкам пошел. Сейчас получше рассмотри. Сейчас раунд был, конечно, чуть не яйца не оторвал. Ну его нахуй. Яу! Нахуй он рот открыл? Он мог убить тут, блядь, 10 тысяч человек. Дю-дю-дю. Что-то какие-то, блядь, немного это, полноватые пошли, блядь, сегодня. Женщины, блядь. Рыцарь, рыцарь, блядь. Охуенно. The night, the night. Tomorrow, так, и мне укрыться. Давай, а, у него еще и барбекю и чили был. А он, походу, просто когда ее повесил, он увидел, что мы прям сидим на генераторе, блять, и понял, что... Stun the killer, блять, 3 раза. И на single trial. Сюда? Сюда, давай, удачи. А, блядь, за одну игру сделаю. Давай. Если не сделаешь, то ты мне... Иди нахуй, ничего тебе не дам. Ничего тебе, ни копейки, блядь, не дам тебе. Ты мне покупаешь... Ни копейки, ни цента. Ни пенни. Пеньку дай. That we've got that you had me every no time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Good night, you. That we've got that you. Dum 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 dum. Парам-парам-пам-парам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Ииха, блядь. Ебать, малыш. Ебать, моя хурная говнорина. Идите, блядь, 70 градусов, блядь, эта хуйня греется. Ну чё, жарь яйца? Блядь, я не хочу с этим челом играть, блядь. С каким челом? Нам всё тот же попался, что ли? Как, кто бы как ответил на его вопрос? Я просто сижу, думаю, блядь. Что на это ответить можно? Что-то в голову не приходит. Это типа про скин свой или что? Или проник Никита, мужчин? Блядь. А-а-а. Блядь, в натуре. А чё не так-то, блядь? Вот эта скобочка в конце ещё, блядь. Да хватит жрать, скотина, я тебя кикну сейчас, блядь, с сервера, нахуй. Да ладно тебе, Вань, ну жрёт он и жрёт. Он заебал, он каждый день жрёт чипсы, блядь. Я каждый день слушаю, чипсы слушаю, вот это слушаю. Что я только, блядь, не слушаю? Ай, блядь.
По-моему, я единственный, кто здесь едой не полился. О, кися, все. Главное, кулу раскинь. Жарко, да? Ты дура, я тебе говорю, жарко. Бля, слушай, Леон, этот звук реально раздражает до чертиков. До чертиков, бля. Чертики тут. Jenkins is love, Jenkins is life. Jenkins. Automation server. Ну, вот не Jenkins. Я соврать им сетка. Посмотрите, подавите. Посмотрите, большой. О, сразу заблокировано, блять. Все нахуй на свете. Тут в углу два генератора, что за хуйня? Почему нет? О, нихуя. Прикольно. Почему? Давай. Это они. Тут. Бра. Блять, он за Никитой еще первым. Ну пизда. Сразу, блять, удар. Просто с нулевой секунды, блять, удар нахуй. Против Они. Что ты, блять? Шо ты, Натя, поебал? Натя, ты, блядь. Он не в мэне хуй. Блядь, ну! Хорошо, а сейчас на бюджет полетим. Нихуя, это что такое было? Да Ванечка, тут как тут. Нихуя он разозлился, ты чё, блядь, братишка, нахуй. Я ж пошутил, я же разочек. Как комарик просто. Чел, комарик. Комарик, я тебе говорю. Как у меня... Блядь... Хорошо. Только не говорите, что в один генератор втроем чаете, блядь. Нет. Слава богу. Так, он побежал. К тебе, Леон. Уи-ху, блядь! А что, после меня денег чинил? Блядь, а ничего нет вообще в ебенях. Я бегу к тебе, Ванюша. Нихуя, ты с красной, с огромной дубиной красным светишься? Ванюша, Плюша. Все, он убежал куда-то. Твою жопу. Он убежал. Быстрее. Я бегу, я, блядь, думать нелегко. Ебать бежит. Чел, с другой стороны меня снимай. Он же тебя сейчас пизданет. Нахуй ушел. Иван, будешь меня сейчас лечить, иди сюда. А. Пиздец. Ну тоже будет лечить, чтобы там черик за камушком. Нет, ну блин. Сучки от дождь, блядь. Чел, я тут это генератор чинил. Ну так, чисто чуть-чуть хочу. Можно? By the way. Я чуть-чуть. Блять, иди ты нахуй. Спасибо, Вань. По-моему, он отключается. Ты серьезно думаешь, он тебя не спалит? Да иди ты нахуй, блядь, сука, хуесос ебаный, блядь, чертила ебаная боссовая, блядь. Кальмя таки сначала. Чертила боссовая ебаный, маму трахал, блядь. И пожру чипсы еще, блядь. Надо отбежать, слышь, он сюда идет. Сука, дай мне надо дочинить. Нет, все нормально. Ой. Слушай, может, ну его нахуй это. Этот хил.
Или он дохилит, если что, потому что билку не придет. Ебать, он завернул в мейн. Я к Леону. Что, боли важны? Леоня! Ебать, он скачет. Да туда, хуй, блядь, я шатал. Блять, а Леон там остался. Hello. Ну, что могу сказать, помянем, блядь. Да как, блядь? Я тоже не понял прикола, что это было. Хуйсос. Давай, иди, ищи чичелов, я, блядь, поднимусь. Ладно. В жопе встал, блядь. Ясно, короче. Сюда иди. О, да-да-да, тыкни мне разок. Всё. Пидор, ой. Осуждаю, блядь, урода ебаного, тупого, конченого, блядь. Вот ебаный волк, блядь, ходит. Ой-ой-ой. Сам себя снимать будешь, блядь, чувак. Ну и шо, и долго мы? И чё? Ладно, я снимаю сейчас, потому что потом умрёте. Возможности мы не имеем. Нажать генератор и съебаться. Съебайся, да, блядь! Я только никуда и не съебусь. О, он меня отстал. Блядь, ты нахуй чел, блядь. Всё, я на себя его плёк, а вы там это, чё-то. Идите, Бел, я тут. Я тут, блядь. Давай с билкой на меня. Ваня, ты его косом мою сторону ведешь. Не надо, блядь, я не ничего. Чел, я стою, блядь, у дерева кружусь. Я его никуда не. Что есть? Что это было? Чем? Я начал на камень подниматься, блядь. Что ты за хуйня? Я на текстуру поднялся. Я хочу кинуть палетку, а мне не кидается, потому что я на текстуре. Я ебал эту игру, блядь, в сраку, блядь. Отвечаю. Ну что за хуйня? Ну-ка, ну какой? Ну почему? На текстуру? Как? Блядь, сюда идет хуйсос. Я залез на ебаный камень, блядь. Сними меня, Никит. Кто? Они в ебенях бегают, надо прям сейчас. Да, если пошли чинить. Дальше. Пиздец, блядь. Так, я наигрался. А, он пожал за цветами. Залез на ебаную текстуру, блядь. Ну это, блядь, нормально вообще, нет? О, ты поднимешься? Угу. Все, тогда похиль меня. Давай. Помнишь, где мы были, Леон? Да. Как-то вот аккуратно, блядь, обойди. Примерно в эту сторону. Сейчас найдем отделим. Ежний генератор в ряду есть, да. Вот там вот, вон в том углу, вон там два генератора, блядь. То есть последний где-то тут. Ладно, вы хильтесь, я пойду. Найду последний. Потому что он в хижине все-таки. Я на хижине. В мейне починили. Может быть, в том углу да. Есть? Здесь чисто. Да, в этом углу, напротив. Напротив вас, там, где мы хилились. Типа, делать патогеник, я посмотрю, что там за обстановка. Какая обстановка? Там, где тип. А, он первый раз висит. Я думал, пизда. Там, где он висит, там два генератора. А, нет, вот второй генератор. Это я тут был. Наебал, это здесь два генератора. Сможешь снять его? Да я, блядь, не знаю нахер. Я... Да он у меня как на меня прям идет, тучая дочь. Мы два раза висели уже просто. Я понимаю, сейчас, погоди. Ты аккуратненько.
Он может тогда второй фазу дотерпеть ему, блядь. Я пиздую, пацаны, сейчас погодите. Блядь, у нас. А ну у вас, я говорю, он к вам пошел. До мужика? Нет, хуй там. Ебать, ты не мужик. Привет, моя хорошая, слайтовый. И там можете начать чинить генератор сразу. Ну, похилитесь, да. Он знает про тебя? Да. Я тебе билку получил. Пизда. Леона пизда. Бля, мне он ищет меня. Нет, он убежал. И назад прибежал. Хуесос ебаный. Я в шкафчик залез, в пизду. Чините там. Ну давай, открой шкафчик, блядь, почему он там нет? Он так повернулся к нему. Что, проверку реакции проебали? Мой товарищ проебал. Это хорошо, потому что он сейчас просто к вам туда бежать. Он у меня тут еще чините. Чините, чините. Ну ты прикинь, какой урод, блядь, он полчаса тут бегает, блядь. Каждый угол обнюхивает. И первый же шкаф он пизданул, блядь, это там, где я сидел, я ебал. Вы чините? Почему вы не чините? Почему чел отпустил генератор, блядь? Почему он такой урод ебаный, гнилой? А, это русский, блядь, ты вообще не, блядь, ты поголовый. Я ебал, я не могу, блядь. Я просто, блядь, не могу, нахуй. Я просто, блядь, нахуй не могу, блядь. О, как хуя на ворота достали, а? Почему всегда первый шкафчик, который не чекают, это там, где я сижу? Почему мне в душе не будет, где я сижу, блядь? Если бы он, типа, бежал за мной, и тут хуяк, он за стену забегает, я за стену забегаю, он за мной, и я исчез, блядь. Ну нет, в такой ситуации он меня терял, блядь. А когда я просто рандомно... Ну давай быстрее, ну быстрее, не успеваешь, быстрее, ну быстрее! Успеваешь, нормально. Быстрее, блядь, быстрее. Блядь, пожалуйста, убей чела в шапочке. Пошел нахуй. Убегай, чел, вы билки. Он билки, он сейчас фарс выгонит. Ой, блядь, а что такое? Ой, блядь, какая жалость. Ой, блядь, как жалко-то. А, нет, подожди, стой, мне попа. Я забыл. Повыебывался, выебал, блядь. Забежал вот это в карту против фоневой билки. Поприседать. На парашу, блядь. Получи поебалу, как говорится. Жду сообщение от него сейчас, блядь, в чате. Ладно, блядь. Не буду ничего писать. Не хочу ничего. Я хотел написать, типа, получи поебалу, как говорится. Он получил поебалу. Пошел он нахуй, блядь. Блядь, я с этого не, блядь, в шоке, честно. Не застанил его три раза, он три раза меня, блядь, из шкафчика достал. Не три, наебал. Ну, кстати, а шкафчик это тоже считается стан? Угу. By the way. Получите чего? Не сломленный и истовый, охуенно. 70 уровень разрыва. 70 уровень разрыва. Памп, 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 памп. Вот мне чем бесит эта карта, на которой мы только что играли, что она как гиря, блять. Типа вот есть одна сторона, там дохуя палеты, дохуя все, генераторы. И есть другая сторона, там то же самое, и типа их мейн их соединяет. А вот по другие обе стороны от мейна нихуя нет вообще. Блять, нихуища нет, вообще ничего нет. Даже если я вылез бы, застанил его там, в итоге. Тут я пару палеток кину, блядь, и куда мне бежать? Мне бежать просто через
место, где нихуя еще нет. Не люблю такие карты, ненавижу, блядь. Где огромные зоны, где ничего нет. Ванечка! Ванечка, лучший том. Ванечка, ты просто самый лучший. Самый лучший. Самый лучший хуй сос. Я, блядь, эту хуйню терпеть не буду, если честно. Сказал бы, осуждаю, да не могу. Мяу. Мяу. Просто, блядь, на ровном месте обозвать тебя, ты пошел туда. Мяу, блядь. Китя опять залезла, Китя хочет опять на мне посидеть. Посидеть хочет Китя, да? Сиделькина, ты, блядь, моя маленькая. Хорошо, давай вот так. Вот так удобно. Ну, почему ты не... на кровати не лежите? Дайте. Где бы тебя ловить, блядь? Кися. Я сейчас тебе ухо откушал. Понимаешь? Поносу, дай ей. Не дал мои пунышеры, грюши, кися. По носику. Нет, тебе понос надо дать. На, я тебе... Не, все, подожди, секундочку. Я это хуйня. Это хуйня терпеть не буду. Кикнер, будешь хуесосом. Хуесосом будешь. Хуесосом. Будешь хуесосом. Я тебе не буду кикать. Я на тебя наговорил, хочешь за фреток, вы за что меня замутил? Почему ты меня обзываешь? Вот просто так, нихуя. Кися. Ну, захотелось, блядь. Я меня так заебало, когда Кися носиком, блядь, прям в мой нос, прям она так прям ебашит. Она как будто клюет, блядь. Это иногда больно. Хватит, пиши. Че за нахуй это сейчас было? Блять, ну не ты, блять, пожалуйста. Кто? Ты, это его регион. Карта. Регион. Кто? Это его карта. Рыцарь? Подсказку ты. Нет, клоун. А че, он АФК стоит? Ладно. Это клоун, не его карта, блядь. Это не его карта, блядь. Это карта рыцаря. Че? Так это есть рыцарь. А Никита такой клоун, блядь. Блять, а если я пока на ФК три раза выслеплю, это там именно станет нужно, да? Да. Oh, let me the ring. Everybody wants to be my enemy. It's better than something. Everybody wants to be my enemy. Весь рыцарь тем, что его лупить нельзя, его. А от него нужно просто убегать, блять, как можно дальше. Тудюм! Типа. Блять, я бы сейчас просто выполнил, блядь, если бить убийцу 100 раз, блять, за одну игру. Дом. Ну пока что у него так себе дела. Блять, отошел поссать чисто, блядь. Пришел 5 генераторов уже завидел. Он стоит на месте? Да не. Может, это бот? Как тот? Нет, он типа я. Ходит? Походу, да. Да это пьяный, я все время на него смотрю с начала игры, он нафига стоит. Он не слепится, yeah. Будет еще. Блять, прикинь, реально был бы квест у этих, я такой, блять, ебать, халява. И в итоге, блядь, он не слепится. Пойду в мэнни чинить. Ты в мэнни чинишь, блядь? Да. Да, вижу, сидит он. Ладно, быстрее Next начнем. Где он сейчас пойдет скриншоты делать, блядь? А, ебать, скрины! Чикс, блядь! Скриншотик, блядь! А почему пропал? Что? Я,
крокодил, крокодил. А, пропал, потому что. И бодо крокодить, я крокодил. И пропал. И бодо крокодить. Хуя она, блядь! Так, пошел на яд. Он ходит? Или что? Не. Стоит? С раком? С раком стоит. Ебать, это скриншот еще просто, ебейший скриншот сделал. Где, где я, блядь, эта хуйня? Чисто панорамку сделаю, блядь, карты, нахуй. Еся. Панорамку давай, ебаш. Вот так поставить? Чикс, блядь. Вы, сейчас через маску вырежу себя рыцаря, блядь. Растяну, растяну изображение, будет панорама, блядь. Ваня, я нашел у тебя место, залезай сюда. Я пойду найду этот ящик, все спишу инструмент. Вылезай, блядь. Это ящик только один был, что ли, блядь? А, аптечка. Пикабу! Пикабу! Долбоёб. Пикабу! Пикабу! Дурачок, блин. Пикабу! Киса, ты видишь эту дурочка? Пикабу! Вон там. Пикабу! Я серьезно, чего он стоит-то? Пикабу! Ты меня заебал. Пикабу! Че, выходим? Стой, блять. У меня ворона. Блять, сука. На, блять, тебя нахуй. Ты че, охуел? Ебать, Никита! Минус каплю мне дали, блядь. Ну хуя тебе капельки, не даже тебе капель. 26 уровня, 26 престижа, ебать. Ну, бля, как-то слабенько сыграл 26 престижа, если честно. А мне дали капельку. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. На радужном этом ранге 5 минус капли, да? Ебать. Бум-бум. У меня уже первый, мне похуй. У меня что дают, что не дают, блядь, все равно кого-то вот ебут. Что дают? Что не дают? Ебать, наверное, чел пиздато выиграл. Бля, это, конечно, ебаные дети рут, но я пойду чекну котов на всякий. Пизды там детям, блядь. Или чё? Он пошёл письку детям давать? Так, сейчас, подожди, пару всяк, короче, пока это Гроныч поиск. Вроде все на месте. Ну как, Лукас вышел на лестницу ко мне. А Крис, я... Там будка его есть. Я заглянул в нее и ничего не увидел там. Как будто, блядь, а внутри просто тьма, блядь. Это значит, что там Крис. Ебать! Амогус! Тут кто-то есть? Алло? Я здесь. Фух. А, блядь. Я же подумал, что все. Пизда.
Никит. Смотри, перед тобой две булочки. В каждой из них по сосиске. В одной булочке сосиска прям супер дешевая, какая-нибудь там за 10 рублей. А во второй тоже сосиска, но странно выглядящая. Какую булочку ты возьмешь? И там еще почему-то за второй булочкой человек стоит, почему-то совпало так. И так еще на уровне пояса булочка была еще. У меня какие-то... Так что, какую булочку возьмешь, Никит? Я как повар проверю содержимое каждой булочки. Угу. На вкус? На запах? Нет. Чтобы подергать содержимое булочки. Ай, блядь, Ваня, ёбаный рот. Засунуть содержимое булочки себе в жопу. Леон в кобочках ФР. Ой, батя, Лёгу понравился Амогус новый. Видел Амогус? Нет. Тирамису. Амогус. Чё за Амогус? Какое-то обновление вышло, что ли, или чё? Угу. С Гостфейсом, блядь? Ого. А как его купить-то, блядь? Видимо, в игре самой. Да, помнишь, монетки какие-то были. Почему у Олега первое достижение это подлиза вам могут? Подлиза? Не знаю. Блять, чудовище нахуй. Ты чудовище, блядь. Ты меня назвал чудовищем, урод? Нет. А я тебя уродом назвал. Легиончик. Твою мать, ну на пять. Это Ханк! А есть что-то кроме легионные рыцари в игре? Понятно, нахуй, я в другую сторону. Он не выбил чужими игроками. Да, я его застанил. Пизда, рулям! Это Ханк, Легион Ханк. Извините, это было немужественно. Ты лечиться будешь или нет? Подлатай себя. Хиль. Это раз. Осуждаю, блядь. Никит, блядь, ну ёбаный в рот, блядь. Ну простите, ребят, но тут реально... Пиздец, заебал, блядь. Никит, блядь, ну мы сколько раз повторяли, блядь. Простите. Ну, гондольер последний. Ну, хорошо, так, вот Леор ФР, блядь, правильно поступает. Когда не стучали, что надо сделать? Ляпка болит. Фу, блядь. Правильно, блин, ну как он успел, а? Лапку полечил. Жопу тяни, блядь, ну пойдешь сейчас снимать. Двух этих. Хорошо. Можно на смешно, если что. Ну, сначала решил просто по прикольчику удар получить. А он пойдет чекать, да? Никиту теперь. Угу. Ты, блядь, не обидел? Сука. Я сейчас в шкафчик залезу, если что. Ай, бачил, может встать, блядь? Ёбаного рода. Не, почему чел может встать? Пацаны. Мы бежим. Понял. А, я съел. Хуя ты придумал. Как, блин, я на последнем издыхании находился. Тебе у нас сегодня дохуя самодостаточный, смотришь? Чисто по еблету дал, блядь, по маске его, по противогазу его ебаному.
Так, ты хочешь сочинить? Ежи не пока в дому стоит. Где генератор, блядь? А я побежал просто вон туда, ебать. Блядь, за мной бежит тут. А, нет, не за мной бежит. Видишь, Сергея Минаева. Чё? Чё, блядь? Ладно, не зашла вам шутка, блядь. Не знаю, шизик. Он просто. Ну что ты, блядь, всегда рядом, нахуй, все привязывается, блядь. Ну, я пошел. Мне в шкафчик, to be honest. Гандон ты, блядь, ебаный. Ну и все, и мне пизда. Ну что тут нихуя нет, блядь. А где хоть что-то здесь? Где, блядь, что-то нахуй? Где нахуй что-то, блядь? Нихуя! Ваня, как обычно, что ты хочешь? Одно окно, это дырка в стене, блядь. Нахуя вы хитесь прямо под ним, блядь? Ладно, вот тут уже 3 геника починили. Да-да, еще 6 осталось. Сейчас 3 делали, 2 точнее. Аптечка, слава тебе, господи, блин. Блять, долечи, я тебя молю. Я один раз реакцию запорол. Долечи, блять! Не, если запорол. Если запорол, то все. Там ровно, типа, хватает. Тютелька в тютельку должен быть. Леон, да хиль. Теперь ты меня хиль, блять. Охуенно, спасибо, Никит, блять. Типичный русский, блять. Да спасибо, и пошел меня дорщить. Я думал, ты хилин, у тебя же аптечка с собой. Она пустая, блядь. Как выбрать? Ой, класс. А, желтая, блядь. Пока, нахер. Пошел нахер. Нихуя, Никитка, блядь. Не прибал палетку. Оглушил его. Тут я смотрю, вот тут, блядь, возле дома. Просто палеток, блядь. Хоть жопой жуй. Пом, пососал, пом-пом. Кто пососал здесь, пом. А это Никита пососал. Он пососал Никита. Ой. Блять, как вовремя. Ну чья ты дочь, блять. Йон, ты можешь как-то быстро прям хуяки завести? Блять, он меня в убежище несет, пацаны. Не пизда. Пирожочек, пирожочек, то пизда, блять. Я побегу сейчас, угробу. Дочиню только. Капельки оставил. Я тебе после этого раунда в магазин хотел сходить быстренько, вот за энерготом спустить. Чудовище идет ко мне! За энерготом или хуй братосом? Такой вопрос. Так, я, наверное, умру тогда, потому что ты нет шо, вариантов. Дурак, блядь, я с ним... Блядь, почему ты такой, блядь... Странный человек, нахуй. Да вы не успеете, один хрен, там этот хер бегает. Чел, я над тобой прямо нахожусь, блядь. Он за мной бегает, Никит, блядь. Мы вдвоем, блядь, здесь. Все, давайте, ребят, поторопитесь. Сука, мы вдвоем его снимаем, блядь. Кильте меня. Я, наверное, сдохну. Он за тобой ли он или пошел? Пошел, он обилка мне дал хит. Все, убегаем. Он у меня, он у меня.
Ногу чинить. Мне пизда. Скорее всего. Хотя? Чините ДМЭ-то у меня, я пойду. Починю тот, который Леон чинил. Или спасу Леона с фонарь. Ай, блядь. Хуесос, блядь. А где ты чинил генератор? Тот, который мы с тобой тогда чинили. А, мы его не дочинили туда? Не дочинили. Бля, точно. Один есть. Блять, он бежит. Давай. Если сейчас опять эта хуйня произойдет, то я, блядь, не буду в эту игру больше играть. Где тот, который вы не дочинили? В мейне. Ну, один из них в мейне. Мы какой-то еще чинили, да? Мы же другой чинили. Или мы в мейне чинили. Там около мейна куча дочинили. Вот дочиним, вот дочиним. Блять, нихуя не дочиним. Он здесь, блядь, рядом. Я в шкафчик. Угу. Охуенно, в шкафчик, блядь, залез. Не дали. Нормально, шкафчик, если что. Никит, хиль меня. А я нахуй этого просто не понимаю. Там, блядь, Викинг Вайт, типа, показывает на всю карту, блядь, даже на соседней, блядь, соседней лобби показывает, куда я спрятался, типа, Леон, или что. Никит, возьми хит за меня, возьми хит. Беру, но он его за мной тут бы не хотел. Я что-то не понимаю прикола. Блядь, просто спиной ко мне бы встал. Так я и вставал, сразу же переградил ему дорогу. Пошел на. О, ты встать сможешь? Ты блин, я же его оглушил. Да. Че, а можно вопрос, а почему я его не оглушил? Потому что он не оглушился. Чего еще раз? Потому что не оглушился он. Я ему палеткой по таблу дал. Давай, Вань. Никита, если бы ты, блядь, восстанавливал. Если бы ты хоть раз, блядь, восстанавливался, блядь, а не нахуй. Он меня только положил, я наполовину успел. Вот сейчас уже чуть-чуть еще. Да не парьтесь, я восстановлюсь. Я этот карт проебал. Почему ты не восстанавливаешься? Куда ты ползешь постоянно, я блядь? Я восстановился же. Иди ты нахуй. Он постоянно куда-то ползет, блядь. Пизда, я все разы сдох просто, блядь. Блядь. Ебал, блядь. Все, я сдох. Все, ладно, блядь, идите в магазин, я пошел тоже. Пока. Я заебался. Я не хочу. Не говорить, блядь. Охуенно. Ой, успокойся. Сейчас. Леон, ты где денег чинишь? Посередине. Уже ничего не вам. Что за мной? Я в мейне. Найс, в мейне, блядь, на любой уже. Ну. Блядь, сука, как я ненавижу, блядь, всех. Так надо тебя захилить, Леон же. Какой захилить? Он у меня, блядь. Да дочините, не хильтесь, блядь, умоляю. Что вы делаете, блядь? У вас половина генератора, за Леоном бегает чел, блядь. Все уже не бегает чел. Ну, адреналин, по-моему, только у меня. Я, а, у Леона же еще есть, точно. Ну, тоже. Эти пухи идут хард. Леон, есть еще побегать? Мы это практически дочинили. Главное, глубокую а рану не получи. Охуеть, ебать. Что-то он вспомнил, блядь. Утюг не выключил. Блять. Чё? Дэдхард, чё? Ой, Дэдхард, блядь, адреналин сработал. Всё, съебываемся от нахуй. Бля, ну как...
А в смысле, а, у нее не было. У нее тут хард. А не у Никиты. Леон, ты где? Ой, блядь, прекрасно. Ну ты, кот, тебя, блядь, не хватало. Леон, тебе ворота открывает, если что. Беги просто в тупой на те ворота, ты успеешь добежать. Типуха не успеет, конечно. Ага, я Леона вижу. Леон, я рядом. Открывай до конца лучше, потому что сейчас нужно будет блочить. Да, открывай, блин, она сейчас сдохнет. Иди, иди, блядь, ворота. Она на другие побежала. Ой. Кстати, поддержите ее там, блядь. А чего вы не поддержали ее? Тычку нельзя было получить, блядь. Она сейчас бы видел, блядь, бля, ну вы типа убили просто. Ну, сука, я, бля, когда даю, пытаюсь на него тычку получить, я прям на него бегу. Че он, блин, это не бьет меня лично. Не пара прикола. Тебе уже прям с тобой просто человек идет, типа, на, бей меня. Что за бред? Я не понимаю здесь никакой темы. Сейчас Саш как ебанет, блядь. Блять, эту хуйню. Вертушку, блядь. Бля, у меня так жопа горит, блядь, из-за того, что первый шкафчик сюда, который чекает, это там, где я сижу. Я не понимаю, нахуй. Я что, блядь, с экстрасенсами, нахуй, играю или что? Экстрасекс. Экстрасекс. Ай, блядь. Я так в детстве шутил, в 10 лет, экстрасекс, блядь. Думаю, что-то смешно, блядь, нихуя не смешно. Вот его на 2 часика прерывчик сделаем. Я на 2 часика сделаю перерывчик и лягу спать. Почему? Лучше через 2 часика я лягу спать. Мне надо, блядь, презентацию в 6 ответить, блядь. Пиздуй. Ну то 6 еще можно сыграть кат. Пиздуй. Голаст, голаст. Пиздуй. Давай, блядь, уходи. Ты поспать пойдешь потом, Вань? Я поспать и до утра. Я на, блядь. Это не, кстати, не поспать, это именно... Именно спы. Хуй. Нет, блядь, ты меня сегодня так заебал уже, что просто пиздец. Блядь, не могу, я так злой, блядь, и ты еще, блядь, пёздой сидишь. Ну зачем ты это делаешь, блядь? Ты хочешь, чтобы я тебя ругал сейчас? Идём. Ты хочешь, чтобы я тебя ругал? Нет. Ты хочешь ругаться? Нет. Ты хочешь ругаться? Нет, пиздец, тебя хочу. Ты хочешь... Все, вот так вот. Что это за хуйня? Что ты сделал, блядь? Что это за уебище? Какое? А, Ева. Пиздец, я вас теперь путать буду. Ты чудовище, нахуй, ебать. Иди нахуй. Блять. Ева, блять. Ева, вали. Вали. Ева. Ева. Вали. Носик чешется. Попа. Попа не чешется. Не чешется. Ой, какой же ты дебил. Как блядь, тебя ненавижу, блядь, чтоб ты сдох. Просто смерти желаю человеку, нахуй, пиздец. Брат. Я не знал, что такое будет когда-то. За что вот меня смерть? Блядь, что я тебе нахуй сделал, блядь? Чудовище. Вот, видишь? Именно в этом и дело. Ты даже не понимаешь, что ты сделал. Ты настолько вот урод, ты... что ты... ты... Я тебе ничего не сделал. Причиняешь... Я просто тебя убить нахуй хочу. Ты причиняешь боль? И ты даже этого не понимаешь. Настолько ты, блядь, безжалостная тупая тварь. Я хочу убить тебя нахуй. Да пососи пишку тогда, может, тогда убью, умру. Попробуем, давай. Закопать тебя нахуй. А давайте я вас обоих угандошу, а? Ебало закрой, блядь. Никит, давайте брат носу. О, нормально, у меня чисто... Начало хорошее. Мне чисто насрали на меня, вот. Как же долго печатается принтер, блядь. Да, сиди. Оп, телепортирующая способность. Оп. Оп. А что это нажалось? Блять, я в магазин. Пока, мужики. Блять, нахуя.